Здравствуйте! Мы продолжаем нашу передачу «Слово эксперту». Меня зовут Анна Николаевна Гараба, я заместитель директора Федерации судебных экспертов. Сегодня у нас в гостях эксперт-экономист Затевалова Ольга Вячеславовна. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим про такие экспертизы, как бухгалтерские и финансово-экономические. Одна из таких тем, к которым нам очень часто обращаются, это экспертиза преднамеренного или эффективного банкротства. В чем заключается данная экспертиза? Как она проводится? Какие документы необходимы? Давайте начнем с того, какие документы необходимо нам представить для проведения данной экспертизы. Ну, во-первых, в случаях, когда возникает вообще вопрос о возможности присутствия признаков преднамеренного эффективного банкротства, это означает, что на каких-то предварительных процедурах установлено, что финансовое состояние организации резко ухудшалось за последние 2 года перед началом дела по банкротству. Мы исследуем не менее, по законодательству, не менее 2 лет, а фактически не менее 3 лет до даты объявления предприятия банкрота. Чаще всего это организации с резким финансово-экономическое состояние которого резко ухудшилось. Поэтому на первом этапе, так как нам предписывают методики законодательно установленные, мы проводим финансовый анализ с целью расчета коэффициентов и показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. Выявляем периоды, в которых произошло резкое ухудшение рассчитанных показателей. В случае, если мы не можем установить периоды, мы исследуем весь период, не менее чем за 3 года до момента объявления банкротства. Спасибо большое, Вячеславна, вам за интересный рассказ. Я надеюсь, вам была полезна данная информация. Обращайтесь, пожалуйста, на мы всегда вам поможем и поможем вам отстоять ваши права. Всего доброго, до свидания.